Тихо! Такое на рыбалке поймал, Рокки, ты не поверишь. О-о-о-о. Сейчас еле дотащу для тебя. О, ты готов? Готов оценить? Интересно? Что там? Что там я поймал, Рокки? Вот это водное чудовище. Что это мы поймали на рыбалке, а? А? Что мы поймали на рыбалке? Лекси! Что там? Что там, Лекси? Разбирайся! Что там? Ищи, ищи! Что там такое? Это что происходит? Лекси! Тихо! Нельзя! Это что такое, а? Батя тебя жалеет, не кусает, а ты вот это что? Что ты извиняешься? Что ты извиняешься? Успокойся, не огрызайся на батю, Майк тебя жалеет. Ну ух ты, баба. Майки, хотя надо ее, наверное, воспитывать, чтоб не офигевала так подружание. Вот это собаки в шоке, сумка сама двигается. Посмотрите на реакцию Майка. Чем ты недоволен? Чем ты недоволен или напуган? Посмотрите. Что вы ругаетесь, а? Что вы устроили втроем хор такой, а? Что там, давайте. Майк, твой вариант. Так, это первая твоя догадка. Как думаете, какой вариант Рокки накинул? Куда ты полезла, Лекси? Вы посмотрите, на каком рассказном они. Что происходит? Что происходит? Вы втроем ссоритесь? Вы ссоритесь, даже не зная из-за чего? Что происходит? Сумка начала тоже рычать? Сумка тоже начала рычать? Куда эта сумка уползает? Майк, ты придерживаешь? Вот такой сюрпризик у нас, да. Увы, на рыбалке мы ни хрена не поймали, но попытки у нас были серьезные. Ребята, мы на очередной рыбалочке. Как обычно, успешно. Кормим рыбу, она клюет. Из воды не вылазит. Просто чудеса на рыбалке. Просто отвалилась катушка. Просто вот. Вот такие вот мы рыбаки без катушек. Cheers! Друзья, не подумайте, это не гамбургер, это фиш, филео-фиш. Это мы уже поймали рыбешечку, уже приготовили. Чирс! Шикарно, однако. Какая вкусная семга. Лосось, лосось. Финишируем рыбалку. Ребятушки, а все заметили, что у нас не только маски, чашки и чехлы, но и появились футболочки. И я вам напоминаю, что каждый, кто купит хотя бы одну позицию товара, футболочку, белую, серую, черную, чашку, чехол, маску, участвует в нашем мощном розыгрыше iPhone 11 Pro Max на 512 гигабайт. Розыгрыш состоится 31 июля. Каждый, кто купит один из товаров, к нему с посылочкой приходит номерочек. Вот такой вот номерок будет у вас в посылке. И среди всех этих номерков я буду делать регулярно разные розыгрыши. Так как долгожданный для многих подписчиков подарок 11 iPhone, надо продемонстрировать пораньше, чем само событие. Захожу на ее каталог, чтобы найти, чтобы собственно уже купить.
Вводим на 512 гигабайт. Воу, от 38 до 52 тысяч гривен разбег. Надо полюбоваться. Напишите в комментариях, кто какого цвета все-таки хочет. Пару дней подожду, почитаю ваши комментарии, а после этого выберу. Я оставлю ссылочку на эту подборку магазинов в Е-каталоге в описании. Зайдите, почитайте отзывы, порекомендуйте, в каком магазине купить подарок для вас. И 31 июля состоится розыгрыш. Поэтому внимательно-внимательно выбирайте магазин, в котором купить вам айфончик, и пишите в комментариях цвет. И прикольно, майки, что у Е-каталога есть такой функционал, что вы можете посравнивать даже товары для других розыгрышей. Можно и магазины между собой сравнивать, читать отзывы, находить самые дешевые, самые низкие цены, так и товары между собой сравнить. В общем, жду от вас предложения, что же мы будем разыгрывать в других конкурсах. Возможно, AirPods. Пишите в комментариях. А сколько стоит твой лук? Друзья, не важно, сколько он стоит, главное, с какими эмоциями я снимал с этого бомжа. Посмотрите, какая... Понравилось, я снял с бомжа. Посмотрите, а шо? А шо, а ничего? А шо, кто-нибудь еще так делает? Ну, друзья, мне кажется, она стоит того, чтобы снимать с бомжа. Если вы встретите он меня... Он хоть спал? Нет, конечно, я его разбудил, говорю, молодой человек. Раздевайтесь. Снимайте. Снимайте, на самом деле, это первое падение Армана с самоката. Друзья, вот ну, покажи, все, покажи, вот покажи это. Спину, покажи, ну, как вот, ты счухал. Вот это, вот это все пощухивал, спину, спина, да. Спина. Это, кстати, уже неделя прошла, это у него уже все зажило. А так вот прям мужик как весь в крови. Весь в крови как вернулся, именно зажило, как с войны маламуте. Прямо. Как на маламуте сожило, друзья. Как же мило, Вася и Зураб лежат в обнимочку. Вам видно? С этой стороны лучше видно, как они переплелись. Закрутились, как смогли. Между Зурабом Вася, между Васей и Зурабом такая именно каша-малаша. Это любовь. Лекси, это любовь. Куда ты испугалась? Сиди. Молодцы, молодцы, мои воспитанные ребята. Вы такие умнички. Кстати, ссылочку на наш плейлист о дрессировке... Да, видео по дрессировке я оставлю в описании. Каждый раз на протяжении всех 5 лет, когда я насыпаю кушать, я обязательно даю серию разных команд. Дай пятерочка. Молодец, молодец, псих, ты псих. Майк, красава, Лекси. Давай, капец, где ты лазила, что такая грязная? Где вы лазили, морда грязная, лапы грязные. Что происходило? Где вы бегали? Рокки, прыжок! Молодец! Майк, прыжок! Майки, прыжок! Молодец! Ух! Арман, прыжок! Прыжок! Красава! Лекси, прыжок! Молодец! Молодцы! Можно! Можно! Нельзя! Ко мне! Ко мне! Так, что скажете, это дрессировка или издевательство? Это дрессировка. Дрессировка все-таки? А что глаза такие перепуганные? Это, Майк, как 3 меня весит, а в длину, как, наверное, все 5 меня. Кушать хотим? Майк, голос! Майки! Ты перепутал. Майки, голос! Молодец! Руки! Лекси, что тебя плющит? Что ты там унюхала? Посмотри, у каждого свой мир, у каждого свое движение. Лежать! Майк, лежать! Рокки, лежать! 2 психа, но послушных психа. Лекси, лежать! Давай, лежать! Молодец, красавица! Вы умнички, умнички! 3, 2, 1, и все вместе. Можно? Кто-то отстает, Майки, кто-то отстает. Опа! Бонзай! Миша, что, тебе такой дом заказал раскладной, ну, да? Ну, почти, почти такой дом. Вот эту круто. Штукенцию мы купили. Чего я здесь буду спать, вот здесь вот? Ты можешь только вот под нее залезть, там в решеточке, как на зоне будешь сидеть. Чефирить. Купил климатический комплекс. Итак, ребята, напишите в комментариях, у кого дома есть такая штука. Думал, будет спасение для собак, что можно его мобильно использовать как такой мини-кондиционер, который охлаждает комнату. Он мощный, на 60 квадратных метров. Но ни хрена не работает, как мы хотели. Он просто как вентилятор гонит прохладный воздух, но нифига не охлаждает. Провтыкался вот такой покупочкой, поэтому если кто-то шарит, может что-нибудь посоветую. Потому что кондер делает резкий перепад, опасно простудиться. А это должно было равномерно охлаждать комнату, чтобы собачки кайфовали. А оно ни хрена не работает. Попытаюсь завтра вернуть, если, конечно, вернут бабосик. Но не прокатила моя задумка. В него заливается водичка, вот такие аккумуляторы. То есть сюда залили тоже водичку.
водичку поставили в морозилку, оно заморозилось в лед, накидали сюда, залили водичкой, и такая ледяная вода выдувается из него. Ну, это как оно работает, но по факту оно не выполняет свою функцию, которую мы хотели. Потому что для меня главное было, чтобы было именно прохладней, а он просто увлажняет воздух, как вентилятор работает, но не как кондишн. Это что происходит? Лекси! Тихо! Нельзя! Это что такое, а? Батя тебя жалеет, не кусает, а ты вот это что? Что ты извиняешься? Что ты извиняешься? Успокойся, не огрызайся на батю, Майк тебя жалеет. Майки, хотя надо ее, наверное, воспитывать, чтоб не офигевала так подружаня.